День работника леса отметили в региональном управлении службы по надзору в сфере природопользования. В этом году лесному ведомству страны также исполняется 315 лет. Труд в лесном хозяйстве всегда был нелегким. Эту профессию выбирают люди, обладающие чувством огромной ответственности за сохранение и приумножение красоты, богатства своего родного края. Лучших работников этой сферы со всего региона наградили грамотами и благодарностями. Грамота, значит, награждается Кирематова Магомед Исаевич, инженер-лесопатолог нашего центра. Почетной грамотой и денежной премией. Мы отмечаем наиболее отличившихся сегодня наших лесников. Мне, пользуясь случаем, хотелось бы их поздравить, пожелать им здоровья, всего самого хорошего, чтобы они работали во благо развития лесного хозяйства, чтобы их усилия были направлены на выполнение задач, направленных на защиту, охрану, воспроизводство лесов.